да, для разогревчика. У тебя какой левел? Че, так он живой. Он не берет нигде, ни в ВК, ничего он не пишет, не отвечает. Походу пошел реветь из-за. Дим. Вован, походу, из Экспресс реветь пошел. Кто, Вован, Фортнайт играть? У него он потянет разве? Какой уже Фортнайт, ты что, прикалываешься? А, ну вот это возможно. Ну, хотя какой креатив нах. Он сам типа, где строить мне не нравится. Где строить? Блин, так давно в папке не играл, целый день. Я тупо целый день сидел, смотрел телевизор. Как так жить? Как жить вот без этой игры? Ну, чувак, там смысл. Зашибись, я не вовремя звонят, блядь. Кто мне звонит-то нахуй? Заебали мне звонит, погоди. Помогает мне в ставках. Он мне только что позвонил, сказал то, что Спартак повел 0-1. Чё? На 77-й минуте. Прикинь. А? Хорош. А у меня пулемет есть. Папа завис, найс. А, вот, все, отвис. Короче, Спартак повел, а мне это наоборот, не наоборот, минус. Потому что я оставил на то, что обе не забьют. То есть то, что они, ну, обе не забьют. Понимаешь, прикол, да? А Спартак уже забил. Если сейчас Рубин забьет, то все, жоп моей ставки. И будет настолько ужасно все. Блин, пофиг, короче, вместо пулемета Скар возьму, я аутиста знаю. Вот, значит, скажи, вот, АВМ хорошее оружие? АВМ хорошее оружие? Димон. Димон, ты живой, бля? Да. АВМ лучше, да? Да. Лучше дробаша, лучше пулемета. Да. Значит, у меня. Я уж понял. Чё за гандон палит? Как кого уебать? Ой. Сука, я его сейчас солю за тебя. Да сейчас все будет. Бля, хуй с ним. Плюс. Я по ним тем более там дохрена тычек сделал. Ну как сказать дохрена, ну тычку сделал, так что. Я в курсе, так что из-за этого я и убегаю так быстро. Я бы там остался, если бы она коцал-то не жестко, я бы там остался. Бля, натуре. Что-то я постоянно с оружием в руках бегаю. Не знаю зачем, почему. Изначально не знаю почему. Все, я в зоне. Аук лучше? Кто сзади-то, блядь? Да ёпта, ну ты вылези отсюда, а? Ты дебил, что ли, как? У меня на луке прицела нет. Что за херня? Я выбросил прицел случайно свой. Что я делаю? Найс, проще с топ-1 займем с 0 киллом. С 0 киллов. Кстати, возможно занять топ-1 без киллов? Вообще возможно. Нет, я имею в виду, можно тупо в дуо зайти и давать, ну, как бы своему напарнику все киллы делать и все. Ну, это тоже считается топ-1.
считается там. Тихо. Там пса видел. Какой ютубер? Нолик, что ли, ты этот толстый? Да пошла в жопу дверь. Уходи, дверь закроем, и теперь другой, да? Мне не нужно. Почему у меня автоподбор не работает? Чё? Я монитор, блин, у меня, прикинь, у меня монитор сломался, я думал, жопа, блин. Этот компом что-то, а у меня, оказывается, это с монитором был. Я, короче, монитор, блин, не знаю, с ним, блин, 3 недели возюкался, и наконец довозюкался, у меня все спустилось. Знаешь, как был рад, когда у меня папа спустился? Ой, точнее, когда у меня тупой экран закосился. Знаешь, как был рад? Ах ты ж, сука. Чуть не убили, блин. Меня какой-то пацан из Гондураса чуть не убил. Это ком... Это вообще, это страна Гондурас. Хорошо. Да лёд, дурак, что ли? А? Вот я конченый, конечно. Меня тут забомбил, я иду в раж. Здорово, братан, ты здесь? Сука, ты где вообще, алё? Чарнос меня убьет. Пошел нахер. Чё? В смысле? Ой. Пошел нахуй. Сюда, блядь. Ты придурок, что ли? Ты... Да я вижу, я сам его не видел. Так... Давай, Спайдермен, блядь. Спайдермен, ныряй давай. Все, побежали нахуй. Найс. Да мне похуй, я убегу от него. Пошел нахуй. Где он нахуй? Я сейчас, блядь. Я сейчас снайперскую винтовку, блядь, хочу поставил. Где он нахуй? Вон нахуй. На нахуй. А, это не Fortnite, а забыл тоже здесь с первого попадания. На нахуй. Гандон ебан, иди сюда, блядь. Бля, по. Просто в Fortnite, знаешь, в Fortnite там, знаешь, как стрелять с ОП? Там когда стреляешь, там типа вообще, ну, надо стрелять в другую сторону, чтобы попасть. Ты же знаешь, да? Фу, как в Fortnite стреляешь с ОП. А я, блин, так же в PUBG начал стрелять. Да-да-да, я так и сейчас в PUBG стрелял, понимаешь, я дурак какой. Да не, просто с ОП в PUBG редко стреляю, из-за этого я припутал. Да ничего страшного, я сейчас затащу на изи. И вообще зон сожрет. Он вообще где? Он в доме что ли сидит? Смотри, какая зомби. Окей, я пойду в этой будке собачьей сидеть, блядь. Это что такое? А, остановка, давай ждем автобус. Во нахуй, сейчас. Во. Все, идем в атаку. Че? Где? Где он? Два человека, но я их не вижу в этой зоне маленькой. Найс просто. А зон, по-моему, больше, меньше, не больше не может. Блять. Она меньше не может быть зон больше, да? Сука, ты хуйня ебан, ты где был? Ладно, хер с ним. Я выиграл. Все. Погнали это. Соло.